Шифман башкови, у его предвидения. Ну что мы видим, говорит, кроме телевидения, смотришь конкурс опти и глотаешь пыль, а кого не попадя, пускайте в Израиль. Мишка также сообщил, по дороге в Мневники, в Эртехолдмейер я словил в радиоприемники и такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть был не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва был не пьян, возразил два раза я, говорю, Машета Ян, сука, одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка мой, Мишка тут же впал в экстаз, после литры выпитой, и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простите, не могу такого, я позор желаю смыть. С Рождества Христова Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы с тобой не как-нибудь там это, здравствуй, до свидания, мы побредем, паломники, чувства придавив, хрянель нам мнемники, едем в Тель-Авив. И я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но в грузовозке есть, русский я по паспорту, только русские в родне, прадед мой. Ой, Самарин, так же, если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его еврея сплошь. В каждом поколении он дед параличом разбит, это бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите. Мишка мой кричит, чертям, виза или ванная, едем поле море там, Израиль ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный, я еще хлебнул кваску и сказал согласно. И шо, да, Мишка врач, он друг затих, в Израиле бездны их, там это гинекологов от них, как собак нерезанных, и нет зубным врачам пути, тоже слишком много просится, а где на всех зубов найти, значит безработица, и на счету все бабы там, и с ними дело швах. Потому арабы там прям в двух шагах. Хвост огромный кабинет, из людей, пожалуй, ста. Мишки там сказали нет, но мне, пожалуйста. Он кричал, а шибко тут, это говорит, я еврей. А ему говорят, не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучить вопрос, кто здесь враг таинственный? Ответ безумно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу, Мишка бьет проклятую. Говорит, что за графу не пустили пятую.